ты знаешь, что если у тебя красивая девушка, этим надо гордиться. А моя мама так не думает. Я просто не очень люблю там убираться, готовить. Но я готовлю и убираюсь все равно, но я просто не очень люблю это. И очень-очень много трачу денег. Ну, так как я сейчас сижу на шее у мамы, и особенно это... У меня каждый месяц ногти. Это вообще. Каждый месяц ресницы. Нет, ну если парень будет со мной убираться, это вообще будет идеально. Это вообще будет просто идеально. Особенно если он любит готовить, тогда я буду готовить. Ну, мы будем готовить вместе. А не такое, что типа он на диване смотрит телевизор, а я там на кухне. Но это ненормально. У меня просто нет таких принципов, типа, что ты девушка, ты должна там убирать, готовить, это все должно быть на тебе. Я тоже буду работать. Я вообще, я боюсь, ну, погрузнуть вот это вот домашний быт, это вообще, это мой страх. Большой страх. Мне кажется, это вообще давние принципы. Вот это правильно. Но я считаю, это правильно. И вместе. Но мне кажется, вместе интереснее просто. Хотя многие мужчины сейчас с этим спорят, потому что типа они считают, что вот у них давние принципы, что типа девушка должна. А почему потеряла? Это вообще некрасивый вопрос. Извини. Прости. Не хотела. А сколько тебе лет, если не секрет? А ты вообще откуда? Нет, мне кажется, прям чтобы без ревности это нереально. Все равно где-то в глубине души каждый человек ревнует. Просто некоторые об этом не говорят, а некоторые это чересчур показывают. Почему? Я тоже обожаю там платье. У меня есть юбочки. И они тоже не совсем короткие, но короткие. Ну, пока молодая, нужно ходить красивой. Потом в старости. Это будет обидно. Мы живем один раз. Будет обидно, если потом в старости такая, блин, почему я не носила короткие юбки? Вообще ужасно не хочу стареть. Потом смотреть на этих молоденьких. Бесит. Я еще не старая, но меня уже это бесит. Я ужасно не хочу стареть. Я даже не хочу, чтобы мне было 30 лет. Ну, ты считаешь, что было 30 лет, это вроде бы не старый, но... Ну, уже не такая молодая я буду. Ого. Нет, ну подожди, ну ты же покупал, я надеюсь. Ну, типа,
С тобой так было? Или не только с тобой? Ну, довольно странно. Ну, не знаю. Я хочу, чтобы меня мой муж любил. И вот, ну, не только за постель, а вообще, чтобы любил меня. Офигеть! Блин, а что у вас так строго было? Не знаю, что ли. Ну, это как-то строго для меня. Спасибо. В смысле, в жизни хотел что-нибудь попробовать. Да, я с Украины. Спасибо за подписку. А ты откуда? Нет, я не с Харькова. Киевская область. Очень близко к Киеву. Но это не Борисполь. Потому что все думают, что Борисполь, но нет. Ну, я живу в городе, но просто это не Борисполь. Нет, Киевская область. В смысле, ЛНР? Что вообще такое? Я первый раз слышу такое. Привет. Блин, капец, у меня уже 20%. Это так плохо. Отлично. А у тебя как? Отлично. Не знаю, почему-то я встречалась с человеком, который... ну да, только нас это, ну, типа, не то чтобы не касается, но то есть мы очень далеко. И у нас нету такого. У нас сейчас единственная проблема — это коронавирус. Вот это бесит. Вот это реально бесит. А так все нормально. Окей, скажу, белая церковь. У меня же написано, я Эля. Я Эля. Блин, один и тот же самый человек вечно постоянно звонит, а я не хочу.
Не, няша. Нет, он не в моем вкусе. Нет. Да, Элина. Ну, можно просто Эля. Нет, мне няша вообще не понравился. Ну, как человек вроде бы неплохой, но вот... Нет. Спасибо. Очень много. Ну, вообще, на самом деле, это бред. Потому что, ну, вот я не знаю. Ну, это как-то так пошло, ну, что ли. На самом деле, не знаю. Те люди говорят, что внешность не важна, мне кажется, они врут. Мягко говоря. Плюс мне кажется, что все смотрят по внешности сначала. Если даже человек там не ухожен, там некрасивый, на него даже смотреть никто не будет. Как? Нет, я не учусь и не работаю.